Я, конечно, сейчас не понимаю, как мы будем бить Торима, бля, в такое количество РДДшников, блядь, ну. Будет терять тяжело, нахуй. Десять милликов, блядь, седат РДД, блядь. Здесь. Так что... А что, вы собрание не убивали? Или что? Нет. Нет. А почему? Мы хотели в Хейме его убить. Да, в Хейме хотели. Понимаю. Ну, сейчас тройнем раз-два, блядь, и не пойдет, убьем Визи, нахуй, пойдем дальше. Тут слишком вкусный лут, ебать, чтоб его, блядь, убивать в обычке. Ну, согласен. 39-я спина, блядь, шея, бисовый пояс, блядь, на ретриков, анхоликов. Кинжал. За лужами следите, он в РДД улетит. Кого-то еще нужно сунуть? Отверните ему. Лужа в мели тоже выходим. Женек, тебя касается. Малыш без тыш, может быть. Говорит, под маржу залез. Так, проверяйте бафы. На обычку тебя? Да не, хотим гиру сделать. Смекалка, какой молодец. Спиздите себе стак, чтобы дамажить. Тут сопрот на эрт стайл тоже. На ап. Танки в любом случае сопроты должны припить. Потому что оно больно бьет. Милики тоже могут. Если проебут цепуху, она, блядь, больно будет бить. Ешьте рыбу, если кто не поел. Ну что у нас, хочу как отделать рыбу. И мы на хард идем. Понимаю. Срёт. Ну этот чувак, этот, танцует на этом боссе, вы аккуратнее, вместо того, что хилить. Там у малыша есть еще эрдруспек, кажется, насколько я помню. Да, да. Ну тут пятый, шестой хил не нужен. Проверяйте все бафы, а с аурами паладина разберитесь там. Защита, третья. Тотем от сил природы обязательно, чтобы в центре стоял, чтобы до всех доставало со всех сторон. Делаем как в десятке. Маленький, средний, большой. Кирюх, поставь на танка метку, пожалуйста. Зачем тебе на метку танка? Если ты в ШП. А я в ДЦ. Ну так спекайся в ШП. Ты же не в пятой пати. Лёха, я? Что, я буду ловить этот баф? Ну, дебаф, точнее. А кто им тэшит? Сейчас решим. Так, большого, получается, и среднего. Будет держать срез. Воид будет держать маленького, потом заберет среднего.
Ой, да. Звездочка твоя. Срез, твоя печенька. И твоя ромбик. Ой, ты отводишь маленького, получается, вот в этот круг в правый. Там, где он сейчас стоит, понял? Держишь его там, срез на противоположной стороне. Все РДДшники без команды сразу в синий круг зашли и ебашим в синем круге. После того, как убьем маленького, убиваем среднего, стоим ренджой, смотрим за зеленой хуйней. Анонсите щит, кто там будет его танчить срез. Чтоб все разбегались. Но я думаю, к тому моменту мы уже тоже подойдем, я же все буду сам видеть. Подожди, какой тебе щит должен наносить? Рунический, который на нем появляется. Да я смотрю за этим, я ворую. Ну, типа, я не понял, зачем. На первой фазе он вообще не нужен. Нет, на первой фазе это не надо, на второй. Ну, тогда он будет не на мне, а на Войде. На второй фазе. Он же его забирает. Все, точно. Хорошо. Да, Егор, ты на диспеле. Грудя, шо у тебя там? Сиси выросли. Да, все были готовы? Давай, поехали. Отведи дальше срез. Понимаю. Да не продиспелили тебя? Ну да. Егор. РДД в синий круг зашли, забафали срез. Слава, можешь подвести чуть-чуть? Все в синем, ставим дамаг. Диспельте среза, не проебывайте. Сейчас будет каст. Выводи. РДД, все в синие зашли сразу, резко, блядь. Будет каст. Вот, молодцы. А все равно сложила. А что складывать, я не пойму. Ну, боссы очень сильно бьют, это 25-ка, здесь надо держать большого только одному танку, а второму держать да. Мелкого и среднего. Я могу этих двоих поддержать, а он поддержит толстого. А я большого, да. Давай сделаем так, попробуем. Вайп упали. Это, судя Стоп, по хилу, подойдите Миша... к нему, подойдите все к нему, говорю, вайп упали. Миша перепотел 500 раз на рейнфера по хилу. Нет, Миша так уже и хилит, он одетый. Давай попробуем. Ты срез держишь большого. Точнее, Войд держишь большого сам. А срез держит двоих. И мы как раз будем бить малого и большого, это среднего покливаем. ШП, а лог. ХП ресается там, когда умирает мелкий. ХП ресается у среднего. Когда мелкий. Мы когда в прошлый раз били, не фулл ресается. Мы все равно будем просто держать куда его. Ты по... Вестибюль, потом тут пробежать, пройтись пешком. Мы в прошлый раз, когда пробовали ХМ делать, мы убили мелкого, и этому среднему выбили процентов около 20, наверное, там, 18. Ему 10% отхилило, типа, не фулл. Пробуйте мультидотать, посмотрим, если фул отхилится, то отхилится. Там с первой смерти мало отхила идет, там последующей смерти, по-моему, дофига. Ты не понял. Мелкий, когда умрет, они не люди, а мелкий. Ставь рыбу его.
Вот Сув, Качука там кинул омоложение. Да, да, ты говори, только вот Сув, ты кинул омоложение, оно тикнуло 2000 по мне. На двух танках, Кирилл, пожалуйста, два эрдруки дайте, фулл котки. Тут бьет очень Кирилл. Сильно. Кирилл. А? Говорят, что собрание ХМ починили, его сейчас даже не убивает как ГВП. Говорит, смысл нет убить его. Да? Да, пишет что-то типа, на вас фазе кидает ни в одного, что-то кидает ни в одного. Короче, ну, пишет, что это... Планшотит всю херню, я понял. Ладно, все, тогда делаем изи, не тратим время, пойдем дальше, лучше что-нибудь другое потратим. Так. Что там еще раз, извините? Все то же самое, с этот, Войд, держишь одного большого, срез двоих... Не, подожди. Делаем так, срез, ты держишь двоих среднего и малого, мы вылетаем сразу в большого, потом среднего и малого. Все то же самое. Не будем хард, я что-то прослушал просто инфу. Говорят, что починили, он теперь правильно работает, его даже ГГВП не убивают в харде. Он типа молнию кидает теперь не в одного на ласте, нахуй, а ну... Как троих. Я вот сегодня... Не, ребят, не знаю насчет этого, потому что я сегодня это, десятку харда завалил и все в одного кидал. Ну, десятку харда и мы вчера убивали. Но десятка это не 25-ка. В десятке в одного 25-ка. Кидать, в 25-ке должно в троих кидать на ласт-фазе. Я это так знаю. Ну так она не шот, это тут. Шот это да, хуйня. Ну, срез это... держишь большого. Окей. Нет, срез двоих. Срез двоих маленьких, Войд одного большого. Все на пулы Войда, поехали. Разведите. Каз, сбивай. Трис, на другую сторону. Выводи. Ну я вышел уже давно. Перегрузка аккуратнее. Отошли все, Женя, блядь, не подошли, сука, блядь. Среднего играем, щит пизди с него. Разошли, сейчас будет зеленая хуйня. Сакру. Ну, Войда, рез быстро, БР, сразу, резко. Отойдите, перегрузка, срочно, отошли все оттуда. Ушли отсюда все. Поднимайте Владимира быстро. Ну Ладомира, БР, блядь, быстрей, сука! Вышли нахуй! Им на ХП. Забафали Войда, быстро. Где БР по Ладомиру? Сбей кас, ну чё вы тупите? Ладомира, БР. Был БР. Ну малыш, бесстыж, быстрей БР не, блядь.
Да я дал БР ему, блядь. Я не вижу КД БР у тебя. У меня 10 минут КД. Вижу 2 БР в КД. Вышли. Долго снимайте с него щит. Ну то по факту вообще не снимайте. Им дай на ман. Вышли. Все косты ему сбиваем. Взлетит, рассосали сразу по комнате, бегаем от него. Каст. СС можно по суху дать. Ушли, перезагрузка. Ушли. Все, бьем. Ушли, не подходим. Разошлись по комнате, максимальный рейндж. Бегаем от него, просто бегаем. Переживите эту хуйню, мы его потом добьем. Максимальный рейндж. Смотрите, в какую сторону летит, убегайте в другую. Все, играем по боссу. Разбежались. Другие позавидуют твоей участи. На следующей неделе, кто будет вот этот хуйни умирать, будет уже ГП. Никакого освоения тут уже нету, блядь. Я еще могу понять, там Везакса, блядь, или йога. Но в эту хуйню мы уже 2 месяца ходим, блядь. И тут не отбежать или, блядь, чем-то тупить, я не знаю. Это надо быть чисто дебилом. Ну, плащик выпал. Хорошая печать. Одежда. Боешка. Грудак, я знаю, что это бое. Так... Так, плащик. Плащик Роги. Приставав, лапку не обновили, когда подняли. Спасибо. Так, кольцо.
Венесса первого по приору и кольцо отдаю. Че, Хадира? Да, Ходера идем бить. Что, все здесь погнали? Асмодей, ты тут? Чего? А чё ты посох не одел? Потому что на демона надо с хастой посох. Так тот же тоже хасту даю. Тут я взял на отклик, зарядил у него больше асмодея. Так, мобов уже сагрили, сводите все это дерьмо, блять, как обычно, нахуй. Среза, напуливайте все это говно. Ровно по центру бегите, не сагрите это говно, оно метров 6 агрится. Ты задроченный, блядь, ДКшник или что нахуй? Я тебе прям подошел. Ты специально подошел или че? В прошлый раз то же самое было. Отведите его, пожалуйста. Заберите его, пожалуйста. Ай, ладно, я понимаю. В бан этого пацана, пожалуйста. Че там, локи у нас есть в рейде? А, у нас один лок. И он далеко, да? Кливайте все это говно. Кто сдох, побегите сами, это не босс. Он в бане. Блин, давай, а нельзя шмот продать? Что-то я не посмотрела. Да? Кому-то нужен пластик? Ты его на распыл отдай, и все, он тебе повернет. На распыл? Да что? Куда вернуть? Ну, давай. Все-таки крит важнее. Yeah.
сука, блять, крипы ебучие. Так, чё, я в ДД. Ну, речи раздуплились. Нужен кому-то плащ? Лень, я распылю его нахуй сейчас отдам. Да блин. Мне, не распыляй, пожалуйста. Я кота одеваю ПВЕшного. Мне это кому? Малыш Бестыж. Типа, пароль все. Че? Я ебаная проститутка, сука. Ну, кидайте рола, да. Ну, типа, блин. Это прикольно, я считаю. Картусу-то он нахуя. И грудям нахуя. Блять, не худелы. Чисто порофлить над пацаном. Сейчас я... Подождите, ГП сниму. Тут тоже сопрот? Нет, тут надо дамажить. Капать. Так, срез в ДД, войд в танка. Войд, смотри, тогда пулишь босса, в правую сторону сюда его отводишь, по четверым этими типами держишь. Четверых, которые с левой стороны, РДДшники заливают. Грозу разносят все. Милик, вы, РДД, хил, мне похуй. По всему рейду пробегайтесь, разносите грозу. Мы будем убивать только в хейме. Не будет хейма, блять, будем вайпаться. Фласки все на ДД, блять, надо дамажить. Каску дайте по грудям. Каску по шаману. Кто видит ледяные дуновения, сразу анонсите. Поджимаем массакры под это дело. Но только нужно баф именно увидеть на боссе. Все были готовы, слава, пуляй. Гроза, okay. На мне разношу. Геру дали?
Разноси, разноси, разноси! Быстро массикру прожали. Прохиливаем. Стали возле большой. Зашли. Прохиливаем эту хуйню. БР сову, Вася. ДД по трэшу. Пацанов, пацанов разбиваем. Кливаем через бот. Литературе разноси. Двигаться не забывай. Бегай, Слава, не надо его водить вот так вот, блядь, по кругу. Миники в лучик. Разноси, о, разноси. Три луча возле вас. Стали возле большого. Зашли, бьем босса. Добиваем, да? До конца по боссу. Двигаться не забывайте. Вы чё? Все нормально, убивай. У него ударило нормально. Все. У нас еще 30 секунд, блядь, было. С запасом даже большим. А босс? Да. Так, лут там поставил. Так, 39-й плащик. Вот это секс, нахуй. Артём, засяни. Блять, он уже падает, он падает, две беспухи нахуй, нам эти плащи ебаные светятся. Тело. Взрыва. В смысле, что, ни одного токена воин охотник шаман? Нет, два воин. Два токена воин охотник шаман. А, ну не без них. Так, да. Так, давайте потом попиздим, сейчас с лутом разберемся. На кого так, токен выпал, не вижу. Малыш Бестыш, на успех. Скажите, на Мега кого токен, успех. А то у меня сведения о предмете. Разбойник, рыцарь смерти, маг-друид. Тебе нужен на рогу? Ну, у меня 200-й. Все, отдаю тебе. Ну, как бы токен упал, ну, хуй знает. Так, плащ. Артстайл, срез... Димон, ну я хуй знает, на тебя хаст меткость, блядь. Срез тоже, блядь, этот плащ мейнет. Ну, типа, это, вот, давай ему, в чем проблема? Он ДД в основном. Я-то танк в основном. Ну, срез, как еще? Этот, артстайл, как хочешь. Отдаю тебе. Сейчас так, грудак, мейн спек. Женек первый по приору. Отдаю Женьку. Подожди, стоять. Покажи. Женек, сколько кусков? Один. Мораль, сколько кусков? А, ты не мейнишь. Волшебник, сколько кусков? Ноль. Женьку дальше. Тогда Женьку. Идем трэш бьем, не стесняй. Дальше идем, смотрим, что во втором сумке, блядь. Мне. Щит, это северная преграда, это БОЕ, это в банк. Респектабельно. А что, типа, бля, БОЕ за ГП нельзя забрать? Можно за бабки забрать. Так, дох, у тебя четвертый кусок, все правильно? У меня сейчас будет четвертый кусок. Даже. Так, дох четвертый кусок получай. Эфарина, у тебя сколько кусков? Ноль. У груди сейчас будет четвертый, правильно? Другому мобу. Тогда даем четвертый куски. Все. Давайте сейчас почистим трэш. Летите в Долоран, распаковывайте, сделайте ветер, потому что ну для Эршамы 4 куска это очень дохуя, это круто. То же самое, как и для Женька, два куска, Серега, и для Дога четыре. Нихуя не слышу.
Я спрашиваю, что, собрал бы 4 куска на это или вообще? На грудях? На грудях. На грудях 4 куска. Ну уже Лема, блядь, начнет сейчас собирать, потом НХ начнет. Лети, делай 4 куска на шамана. Дох летит, делай 4 куска на вара. Срез тоже иди. Ой, этот Женек тоже иди 2 куска делай. Че, 2 минуты корнуть, да, Кнайт? Давай. Срез пошли чистить. Потом подскажи, пожалуйста.